Всем привет! Продолжаем играть за венецианцев в Medieval 2 Total War. Дополнение под названием Крестоносцы. Так, в Думьяте. До приказаний? Так, я думаю, да, давайте вот вытащим войска. Так, перебросим все наше десантное подкрепление. Так, ну и отправим наш флот, в общем-то, за новым подкреплением. Что прикажете? Да. Ну да, еще один какой-то левый полководец тут у нас нарисовался. Так, Иерусалимское королевство, мне, конечно же, жутко не нравится, что они тут на наших территориях, что прикажете? В общем-то, тусуются. Есть. Продолжим путь завтра, на рассвете. Так. Укажите врага. Рад служить. Так, ну хорошо, ладно. По финансам у нас на 43 тысячи выходим. Чудесно. Да. Давайте Бонифацием все-таки же отступим к Еревану. Разбиваем лагерь. Выступим завтра на рассвете. Так, ну и где-то вот здесь вот я подвозил вроде бы нашего еще одного полководца. Да. Жду приказаний. Прокладываю курс, милорд. На сегодня наш путь окончен. Так, Сиве 3 хода до сдачи осталось. Отлично. В общем-то, положение до сих пор в Египте у нас остается тяжелое, но... Думьят, да, в прошлой серии мы все-таки ж захватили. Что прикажете? Да? Объединяемся! Правда, потери, конечно же, ужасные. Так, а мне нужно... Что прикажете? Так, мне нужна будет конница еще. Ваше Величество. Приказывайте. Так, давайте мы вытащим конницу из Александрии. Марш! Объединяем армии, милорд. Давайте вот это вот конное ополчение еще перекинем в армию. Так, в Александрии. Ну, 70, нормально. По идее, как бы должно хватить. Мы чтим наш союз. Так, в Иерусалимском королевстве. В принципе, тут сил довольно-таки много. Нужно будет теперь смотреть в сторону Суэца. Двадцать три региона у нас под контролем. Приказывай. Приказаний.
Блин, тут египтяне блокируют подход подкреплений к Каиру. Да. Куда мне идти? Так, ладно. Рад служить. Все неверные, пыль под ногами султана. Ялла, султан желает вашей смерти. Давайте нашу армию под командование Паскаля де ла Волпе мы перебросим вот сюда, вот к Суэцу поближе, и займем вот этот вот мост возле Суэца. Кого мне сокрушить? Так, а вот нашим дожем Туска и вот этой вот армией. В общем-то, мы на следующий ход, наверное, займем возле Танты переправу. Так, давайте еще арбалетчиков, ну и итальянское ополчение наймем в Александрии. Немножко укрепимся, потому что я опасаюсь, честно говоря, предательства Иерусалима. Потому что они могут, в принципе, доверять им. Я бы, честно говоря, не стал бы. Ну и давайте сдадим ход. Так, смотрите, антиохийские, все турецкие армии, в общем-то, ну как, почти все, отбросили от Багдада. Но, в принципе, да, сами тоже не выдержали и на данный момент отступают. Так, ну что ж, очередная попытка прорыва возле Каира, египтян. Командует врагами командир Аль-Мустанджид. Ну да, опять же, довольно-таки многочисленные египетские полки. Нашими войсками все так же командует Джилио Чезареско. Господь дарует нам победу! В атаку! Так, ну что ж, мы тут вообще-то на переправе. Так что, в общем-то, как бы... шансы у нас здесь довольно-таки неплохие. Так, отлично, начнем битву. Блин, а они все-таки же достреливают, а? Все-таки ж вражеские требюше достреливают до наших войск.
Правда, они как бы, да, вот, имеют честь всегда промахиваться. Ну или почти всегда. Правда, наши требюши тоже, в общем-то, прямо говоря, подыгрывает врагам. Ну и тоже как бы, да, промахивается. Давайте, в общем-то, со всех сторон их прижмем. Так. Ну, вообще-то, в общем-то, как бы несем потери, да, но... Ну, неплохо. Четырнадцать процентов. Враги потеряли больше половины. Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Так, отлично. Так, ну ничего, здесь как бы, да, смотрите, в пух и прах мы их все-таки ж размотали. Кстати говоря, у нас потери прямо в требюше попало, ну. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Хвала Всевышнему. Мы пленили вражеского полководца. Так, и не-не-не, прошу прощения. Остатки его армии. Я хотел пехотой. Да, давайте заткнем вражеские артиллерийские машины. Так, ну этих, наверное, лучники расстреляют. Так, все, ребятки, хватит уже стрелять. Так, ну здесь было довольно-таки просто. Правда, 21% мы все-таки ж потеряли. Так, и вражеские артиллеристы все-таки ж сумели сбежать. Хорошо, возвращаем пехоту на позиции.
Вообще-то в эту армию нужно бы подкрепление подвести, восполнить потери. Но как ни крути, да, это победа. Победителей не судят. В принципе, я не знаю, ну, наверное, еще может быть несколько таких вот масштабных атак, и я сумею этой армией предотвратить, вполне возможно, может быть, даже и отступлю. Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы! Победа близка! Восславим Господа! Враг разбит. Эта великая победа навсегда войдет в историю. Так, хорошо. Потерял он, да, почти все. У него тут 100 человек осталось. Казним. Победа! Восславим Господа! Так, а может быть, да-да-да, вот вы возьмете и с ними расправитесь, чтобы нам как бы было полегче. Гильдия теологов Смирни, нет, не буду ее строить. Черная смерть, помилуй нас Бог, страшный мор уносит жизни добрых людей. Если это и вправду кара небесная, то сколь же тяжело мы согрешили. Смирна. Да, 2166 умерло. Так, ну все, вот мы на первых местах. Богатейшая держава. Нет народа богаче нашего. Ни у кого нет казны, превосходящей нашу, и об этом нельзя забывать, потому что нередко войны начинаются из-за зависти. Угу. Так, в Ереване церковь построилась, отлично. Отношения с княжеством Антиохия улучшились. В свете недавних жестов доброй воли и взаимного расположения можно сказать, что отношения с этим народом значительно улучшились. Ну, я рад это слышать. Блин, да чё здесь все так плохо, а? С порядком. Пойду с армией, милорд. Да, милорд, это выгодное дело. Так, давайте развивать. В общем-то, наши армянские захваченные территории. Выделим под это дело денежки. Так, ну еще, да, вот купцов будем нанимать. Не подскажете, как пройти в мир? Так, 6 ходов Антиохии осталось до сдачи. Я все-таки ж надеюсь до последнего, что они сдадутся. Так, Иерусалимское королевство отвалило от Думьята.
Хорошие новости. Да. Что же делать, а? Так, кстати, смотрите, они вот возле Александрии, они тоже рассеялись. Мир вам, союзники. Так, а вы... Ага, ну да, до Суэца вы как бы дотягиваетесь. Да. Так, хорошо, давайте мы... будем осаждать Суэц. Никаких вопросов. Осада так осада. Осада продолжается. Построим осадные машины. Суэц, скорее всего, я заштурмую. Куда мы нанесем удар? Укажите врага. Ваше Величество, жду приказаний. Так, да? Давайте... разделяем ар. Немножко поудобней сформируем нашу армию. Марш! Объединяемся! Воины, марш! Жду приказаний. Так, сюда бы побольше стрелков. Жду приказаний. Ваше Величество. Жду приказаний. Камилорд! Объединяем армию. Да? Так, все это дело можно в Думьят перекинуть. Так, хорошо, давайте будем переобучать в Думьяте наши войска. Так, полный доспех позволяет производить латы. А вам нужно что? Панцири. Угу. Никакие титулы не спасут вас от меня. Боюсь, боюсь. Да, милорд. Есть, милорд. Жду приказа. Так, еще. Еще подкрепление. Курс, милорд. Бросаем якорь до утра. Марш! Да? Жду приказаний. Есть, милорд. Хорошо, вот так вот. Да, милорд. Да. Да, милорд. Да. Что прикажете? Так, чтобы еще. Ага, да. Все. Жду. Вспомнил. Полководец. Милорд, мы продолжим путь завтра. Тысяча проклятий! Меня раскрыл какой-то неверный! Да, давайте вот мы еще в Ереване убийцу наймем. Вообще вот с этими турецкими убийцами нужно бы расправиться. Куда мы нанесем удар? Так, куда мы нанесем удар? Да. Есть, милорд. На сегодня наш путь окончен. Так, наверное, в Константинополе священника бы еще. Так, ну отличный город, вообще-то, развивать его, может быть, уже не стоит. Мы чтим наш союз. Эй, союзнички, попутного ветра. Так, а может быть, вы уберетесь, эй, а? Союзнички. По-хорошему. Да? Так, два хода Сиви осталось до сдачи. Хорошо. Все пока что продвигается относительно неплохо. Да. Выступаем немедленно. Прочь, сын шакала. Так, да. Прочь. Так, а что с нашими...
Так, малазийскими регионами, ну. Нормально вроде бы все. Недовольных нету. Так, ну здесь зеленые морды везде, это хорошо. В Никосии тоже, ну, в Алании, конечно же, синяя мордашка. Давайте мы немножко укрепим арбалетчиками Аланию. Так, ну отлично, вот приграничные города, в общем-то, укреплены неплохо. Так, вот только вот Тбилиси. 65, блин, может начаться бунт. Так. Хорошо. Давайте сдадим следующий ход. Так, вроде бы с финансами у нас все в порядке. Правда, в строительство я стал вкладывать меньше. Но думаю, это явление временное, потому что у меня в городах вообще-то там вот забиты стройки кое-где. И в общем-то сейчас вот пойдут на стройку дорогие здания. Так что с ресурсами, думаю, это пока что все хорошо. Последующие хода, в общем-то, с ресурсами будет, ну, мне кажется, что немножко похуже. Так, ну отступи к Каиру, а, египетские силы, отступите, пожалуйста, к Каиру. Позвольте мне подвести подкрепление. Так, отлично, чудесно. Так, тут, в общем-то... Блин, а если я избегу боя? Хотя, с другой стороны, чё мне это избегать боя? Давайте вступим в бой. Вместе с нашими союзниками. В общем-то, да, наконец-то разобьем вот эту вот турецкую армию. Войны! Ждите приказа! Так, ну и начнем битву. Подкрепление Алессандро из Луки. Подоспела подмога, пусть своевременная поддержка укрепит и боевой дух воинов, и наши фланги. Так, хорошо, давайте мы расположим наши войска на холме. Антиохийцы пускай пока что, да, начинают сражение с турками. Если что, мы, в общем-то, поможем. Ну да, как бы, если что. А может и не поможем им. Я, честно говоря, не заинтересован, чтобы антиохийцы тут вот сильно укреплялись.
возле Антиохии. Я, знаете, я даже согласен, чтобы они проиграли, антиохийцы. А я добью все остальное. Все, что останется вот после этой борьбы, я согласен добить. По крайней мере, силы у меня для этого предостаточно. Враг потерял половину бойцов. 6% антиохийцы потеряли. Так, ладно, давайте мы немножко ускоримся. Потому что тут, в общем-то, вражеские конные застрельщики подоспели. Так, давайте добивать отступающих турок. Оу-оу, ты куда стреляешь? Поаккуратней там. Так, ну что ж. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Так, ну если да, если ничего не изменится, а что тут может измениться? 10% потеряли наши объединенные силы, враги 80% понесли потерь. В общем-то, да, вот тут... Хотя нет. Да, в общем-то, приказ такой, что не особо так вот ввязываться в бой. В общем-то, это, честно говоря, не совсем даже наша война. Основную работу, в общем-то, я предполагаю, должны сделать антиохийцы. А это султан, да, турецкий? И живучий же он оказался, а? Отлично! Их король бежит с поля боя. Такие трусы не заслуживают жизни. Ну что ж, ладно. Давайте мы его постараемся встретить нашей конницей. Хвала Господу! Враги бегут, как трусливые псы. Победа близка! Так, отлично, турецкий султан погиб. Так, ну в общем-то да, можно заканчивать битву. Все остальные войска, я думаю, мы уже не догоним. Это победа. Прославит доблестных и отважных воинов Господа. Так, отлично. Просто чудесно. Пока что все идет по плану. 11 000, давайте да. Попросим выкуп. Так, у Турции с деньгами тоже не все
не все прекрасно. Так, Черная Смерть продолжает свое страшное шествие по Смирне. К сожалению. Так, но зато, знаете, бунтов нету. Хоть что-то хорошее. Кстати, смотрите, Иерусалимское королевство потихонечку, как мне кажется, убирается отсюда. Из Египта. Так, Суэц, в общем-то, нужно будет заштурмовать. Сибни Лавади, неверный. Да, ну и тебе привет. Так, купцов. Что да, купцов знать? Мы на ресурсы. Пойду с армией, милорд. Милорд? Да. Кого мне сокрушить? Так, еще двух купцов давайте наймем. Так, ну и нашим убийцей Морозины из базы. Из базы. Как зовут вашу проблему? Давайте вот с этими вот турецкими убийцами расправимся. Или что? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Имя жертвы? Все, что... Так, это было легко. Успех убийцы. Так, ну и Морозина из базы стал наемником. Плюс один к скрытности получил. Так, отправляйся ты в город под защиту местной стражи. Давайте мы еще от ополчения в Тбилиси донанимаем. Так, хорошо, вот это вот давайте мы высадим. Так, флотом. Флотом мы перебросимся к Константинополю. Прокладываю курс, милорд. Кстати, можно будет еще священников донанимать. Куда мы нанесем удар? Мир вам, союзники. Так, ты не придуривайся. Зубы мне не заговаривай. У вас тут есть флот. Садитесь на ваш флот и убирайтесь отсюда. Тут вообще-то наши земли. Укажите и мы врага. Их как бы захватили. И контролируем. Кого мне сокрушить? Так, и давайте вот этих вот ребят перебросим. Так, ну и будем штурмовать Суэц. Наследник Хаки обороняет Суэц. Так, 4 лестницы, 2 осадные башни. Да, наследник Хаки обороняет Суэц. 31 год, надежный командир, мастер муштры. Имеет отметины глубоко набожный, жестокий, расчетливый, удачливый. Этот человек дорожит своей жизнью и бдительно заботится о своей безопасности. Запуганный, многообещающий предводитель, жестокий командир. Достойный правитель, хороший наездник, любитель пари, опасается чужеземцев. Чужеземцы заставляют этого человека нервничать. Слишком уж они другие, непонятные. Отмеченный, разумный, недоверчивый, ну и наследник.
С нашей стороны все так же докомандует Паскаль де ла Волпе, 56 лет. У него есть наложница-трансвестит. Так, ну и помогать нам будет Иерусалимская армия. Ну как армия, это даже не армия, тут небольшие остатки. Но, как говорится, остатки сладкие. Начнем штурм. Мы победим во имя Господа! На битву! Так, отлично. В общем-то, штурм города — это как бы не штурм крепости. Здесь должно быть все намного легче. Так, бросьте лестницы. Вот эту вот. Вот эти вот лестницы понесут ветераны-крестоносцы. Да, пешие рыцари-крестоносцы, прошу прощения. Так, две осадные башни. Давайте одну вот сюда вот выставим. Другую поставим с другой стороны. Так. Один отряд сюда. И, в общем-то, один отряд с лестницами вот сюда вот. Так, ну и то же самое, в общем-то, сделаем с последними лестницами, которые есть в нашем распоряжении. Начнем битву. Так, в общем-то, вперед, ребята, на стены. Хотя нет. Давайте, наверное, остановимся. Я смотрю, что египтяне, в общем-то, тут забаррикадировались на центральной площади. Да, думаю, все вот это вот нам не понадобится. А понадобится нам пехота, понадобятся нам стрелки. Так, а вы что, ребятки, смотреть будете? Или, может быть, тоже как бы примете участие? Хотя, в общем-то, без них справимся. Хвала Господу! Осадные башни целы, враг обречен! Так, чудесно. В общем-то, да. Со стенами и с воротами мы справимся, как мне кажется, с легкостью. Враги даже не пытаются их оборонять. Ну, а вот с центральной площадью могут возникнуть некоторые трудности. Особенно вот это вот требюше, которое, да, опять же будет расстреливать наши войска, которые будут подходить к центральной площади.
Так, отлично, открывайте ворота. Так, вражеские конные наши застрельщики. Воины доказали свою храбрость. Вражеские стены захвачены. Пришли в движение. Так, ну что ж, первую партию наших войск заводим в город. Так, смотрите, вот эти вот конные застрельщики прям вот слишком уж близко подошли. Давайте, в общем-то, нашей пехотой их заставим понервничать. Победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Так, 2% потерь у нас, 13% потери у египтян. Так, отлично. Хорошо, давайте быстренько выдвигаемся к центральной площади. В общем-то, подведем на всякий случай еще и стрелков. В общем-то, очень не хотелось бы мне, чтобы вот это вот требюше стреляло по нам. Так, давайте разберемся с вот конными застрельщиками, которые тоже вот по глупости лезут в ближний бой. Ну да. Вспомнишь про требюше, так вот оно и тут же и начинает стрелять. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Да, всячески пытается затормозить наше наступление. Так, ну да, но несет огромнейшие потери. Промазал. Ха-ха, промазал. Так тебе и надо. Давайте, ребятки, тут вот в узком проходе совсем не резон задерживаться. Вражеские расчеты требюше, в общем-то, довольно-таки благородные и почти всегда промахиваются. Но вот это вот самое почти может как раз испортить нам все настроение. Так, это было близко. Так, вперед, ребята. Я понимаю, что вы устали и хотите отдыхать. Но сейчас нам нужно как можно быстрее прорваться к центральной площади. Угу, вот я о чем и говорю. Вы не хотите подцепить пару ваших всадников и запустить их? Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх.
Так, отлично, мы уже почти. Почти у центральной площади. Так, устали, переводят дух, устали, мы устали. Враг потерял половину бойцов. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я устал. Так, тут уж наследник, да, который командует обороной этого города, в общем-то, ввязался в бой. 51 всадник у него. Блин, это трибюше. Ой-ой-ой, смотрите, да, вот у нас начался тут... Началось бегство. Вот собаки такие. Это ж сейчас вот весь боевой дух вот этой вот всей штурмовой группы. Ну да, в принципе. Собаки. Придется подтянуть кавалерию. Вообще-то и генерала нужно бы подтянуть. Ну да, смотрите, вся наша пехота, в общем-то, сломалась и убегает. Что за адское орудие? Нужно было конницей обойти с фланга и заставить их прикусить язык этих артиллеристов. Да что такое, а? Убейте же его кто-нибудь, а? Вас же много, он один. Или попадите в него, свои же артиллеристы, как вы... Часто умеете это хорошо делать. Так, давайте взбодрим наши войска. Так, ну хорошо, вот подтянул свою конницу, и вот тут уже пошло веселее все это дело. Конница, в общем-то, в связке с пехотой. Тут уже как бы веселее давит врага. Но все равно медленно. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Сарацинский военачальник мертв. Прогоним его людей обратно в пустыню. Так, ну вот, вот он, вот они хорошие новости. Так, наследник Хаки погиб в битве, наконец-то. Так, быстро, быстро заткните этих артиллеристов. Так, 28% потери.
Так, давайте остановим наши войска, отступающие. Хвала святым угодникам! Мы захватили город! Так, но зато мы как бы это заткнули всех этих вражин, которые стреляли по нам из требуша. Тридцать процентов потерял. Этой победой восхитится весь христианский мир. Так, отлично, у нас победа. Победа! С нами Господь! Возрадуйтесь. Так, грабим Суэц. Мятеж в стане врага Паскаль Делла Волпе. Уцелевшие в последней битве воины противника бежали, предпочитая бегство верной смерти. Более они нас не потревожат. Так, отлично. Давайте установим более не менее адекватные налоги. Так, кое-где переобучим войска. Отлично, да, вот. Вот эти вот долгие, да, вот битвы, в общем-то, регионального характера в Египте наконец-то закончились. Да, в общем-то, за две серии мы захватили Думьят, Суэц, переломили здесь ход сражений в Египте. В общем-то, как мне кажется, Каиру тоже немного осталось. Сиви последний ход. Наверное, уже в следующей серии они сдадутся. Ну или будут сражаться. Мы все это увидим. Так, в Антиохии, в общем-то, тоже, да, вот, турок разбили. А может быть, и Антиохию можно будет заштурмовать. Да. С нами Бог! В атаку! Мы ждем. В общем-то, приказа, да, что думаю, можно будет и подождать. Как зовут, ага, убийца, я уже подействовал. Да? Куда мы нанесем удар? Так, отлично. Ну что ж, давайте на таком позитивном моменте мы закончим серию. В общем-то, да, да, я как бы опасаюсь, что если я сдам еще ход, то нам предстоит оборона вот здесь, вот возле Сивы. Вполне возможно, и египтяне так просто не сдадут этот город. А может быть, и сдадут, кто их знает-то на самом-то деле. Но, в общем-то, да, оставим все это дело на следующую серию. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся, услышимся в последующих сериях. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Не скучайте и всего хорошего.